Сегодня 20 июля, приехали с дочкой в Юрмалу на праздник, на одно мероприятие в Кемере. Правда, с погодой нам сегодня не очень-то и повезло. Так, литовцы сюда тоже приехали. Машину на автостоянку поставить негде, все занято. Что будем делать? Так, мы решили заехать в другую автостоянку. А, здесь центральный вход, там, да? Вот уже видно, все идут на праздник. Музыка слышна. Скорая помощь, полиция. Ну, красиво. Там уже на сцене кто-то выступает. Концерт какой-то. Едем уже в другую автостоянку. Там места не нашли. Ну, мы ищем, пока дождь идет. Надеемся, когда найдем место, дождик закончится. Я первый раз здесь. Мне еще в комментариях советовали сюда приехать, в этот парк Кемере прогуляться. Как раз сегодня праздник. Я вышла посмотреть. Дети остались еще в машине, потому что был дождик. Но дождик уже закончился. Но я уже успела промокнуть. В этом парке Кемере такой рыночек ремесленников. О, смотрите, какие шарики для детей. За столом почему-то никто не хочет сидеть, потому что он мокрый, но кто-то уже сидел в шашлычки. Красивый очень парк. Вот едят под деревом стоя. Название рыбок. Очень красивые цветы. Учился, дети вышли, решили покататься. Костенька, держись. Молодец. И не боится. У пони сзади на хвостике такие бантики. Прическу сделали. Солнышко выглянуло. Это туча прошла темная. Так, кто тут лает? Один раз прокатиться на пони стоит 7 евро. Натуральное мороженое. Икшпилес салдеумс. Натуральное мороженое. Такого оно цвета, да? Вкусно? И дети, как увидели, все бегут, бегут. Один конвертик. Написано, что одной из достопримечательностей парка Кемере является водонапорная башня. Где-то здесь должна быть. Пойдемте искать. В общем, здесь над каждым деревом написана история этого парка. Вот ходит народ, изучает. Очень оригинально придумали. Это называется «Островок любви».
решила тоже подняться наверх. Но здесь только или спускаться, или подниматься. Природа, все зеленое, все красивое. Очень крутая лестница, конечно, спускаться, она еще и мокрая. Какая прелесть, металлические аисты с замочками. Новобрачные повесили замочки на крылья. И вот второй аист. Обязательно нужно выйти сюда и посмотреть на эту красоту в парке. Это бывший санаторий Кемери. Я так понимаю, что он закрыт на данный момент. На эту башню вход бесплатный. Все поднимаются, я тоже решила подняться. А тут что? Кружечки Кисловодск. Так, давайте поднимемся выше. Можно еще выше подняться. Кажется, что вы нарисовали. Троем, да, рисовали? И сердечки, и ручки, молодцы какие. Это ты? Нам все понравилось. Парк очень понравился. Я первый раз, я уже говорила, детям тоже понравилось. Повеселились в пенной вечеринке. Теперь едем дальше. Раз мы находимся в Юрмале, решили заехать в Дзинтере. Дети захотели на море, а я решила вам показать кое-что интересное на берегу моря. Все люди снимают, как бьют колокола. Мы уже здесь недавно с вами были. Сегодня народу побольше, потому что выходной день, сегодня суббота. Уже светится фонтан. Пойдем к морю. Ну что, выходим к морю. Выходим. Хорошо, хоть погода более-менее нормальная. Солнца нет, ну и нету дождя. Вот что я вам хочу показать, что здесь установили. Прямо на берегу моря уже люди фотографируют, снимают. Было бы солнце, было бы лучше видно. Это произведение искусств. Называется «Солнечный сад». Оно вечером светится. Где-то здесь подсветка должна быть.
кафе какая-то сегодня вечеринка. Народу много. Давайте зайдемте, посмотрим, что там. А здесь обучают танцами. Какими-то танцами обучают. Это вот объясняют, рассказывают, как нужно танцевать. Эта девушка напротив, наверное, его партнер. Как я удачно сюда попала. Такие танцы шикарные. И такие люди красивые. Идем детей кормить. Ищем какое-нибудь кафе. И опять начался дождь. Так, что там за музыка такая? Какая-то частная территория. Видимо, здесь свадьба. Видите, как накрыли все. Может скрываться наша невеста. Все ждут невесту. Может скрываться наша невеста. Подвали в машине, в доме. Все в общем, ждем невесту. Должна подъехать невеста. Меня вот спасли. Встретила свою зрительницу. Она тут продает картины и меня пустила под зонтик. Не дала промокнуть. Очень приятно. А как вас зовут, кстати? Сандра? Очень приятно, очень приятно. Приехала невеста. Потому что Валдес передает в руки Артема самое ценное, что у него есть. Маленькую, красивую, счастливую. Закончился, можно идти дальше. Дети хотят в чилипиццу. Ой, Настенька, тебе купили сухую маечку? Наконец-то тебе купили сухую маечку, а то ребенок весь промок в этих фонтанах. Ой, какая красивая маечка. И зонтик купили? Это Даша. А, это Даша, да. Купили зонтик? Ну, пойдемте кушать. Это когда по Йомас идешь, смотришь, все такие нарядные, светлые, красиво одеты. Женщина с веночками. Наверное, девичник у них. А, и невеста с фатой. Какие картины шикарные. Иду по улице Йомас. С надеждой, может быть, встречу какую-нибудь звезду. У нас здесь часто гуляют разные звезды. Но пока никого не встретила. Так, а почему здесь машина едет? Здесь нельзя машине ездить. Ай-яй-яй. Все, в чилипиццу мы не попали. Там очень много народу было. Нам сказали ждать час-полтора, пока столик освободится. И мы на другом лифте поехали. Здесь еще один лифт есть стеклянный. Сейчас мы не попали в чилипиццу. Решили в грузинский ресторан. Дети захотели хинкали, хачапури. Дашенька учит Ляну, как правильно есть. Надо сначала откусить, потом бульончик выпить, потом мясо. Да, и лимонадик грузинский, да? Очень вкусно поели, детям понравилось. Мы вообще не планировали в грузинский ресторан, но так получилось. Так, незабудка. О, поет. Так, какая будет следующая песенка? Давайте послушаем. Первый раз вижу здесь такого музыканта.
О, группа туристов тоже решили денежки оставить. А, нет, на телефон снять. Я думала, денег хотят дать. Пропадают два билета. Впрочем, что там два билета? Пропадают в этот вечер я. Это вроде бы мили круто, не дождавшись стали пуза, и уйти из дождь в ее белье. Но это сердце женщин тихо, ты уйдешь в этом время. Вдруг она возьмет, да не придет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь в это время. Вдруг она возьмет, да не придет. Там впереди тоже поет. А кто у нас там поет? Что-то знакомый голос. По-моему, серый волк похож. Ну-ка, давайте подойдемся поближе. Да. Поверь, настанет мой новый день. Да, знакомый. Скажите, а еще на теплоходике будет выступать? Я просто слышала недавно, он пел, да? Мне просто не хватило билета. Хотела тоже пойти, и не получилось. Ясно. Будет, но именно он не будет, он будет делать Цоя и еще... еще Цой будет 16 числа, да. А 24 числа с Эстонии приедут ребята, и он тоже будет. Да, ясно, спасибо большое. Так, надо копеечку положить. Рядом со мной, и в голове нету мыслей, чтобы... Опа, наклеечки, да. А, мелодия вечности, да. Идем уже к машине. Выходной день, конечно, здесь веселее, чем в рабочий день. Единственное, магазины рано закрываются. Но у меня все равно не было бы сегодня времени ходить по магазинам. Как-нибудь в другой раз. Сильнее, сильнее. Ну что, куда едем дальше гулять? Мне понравилось веселиться. Так, мы из Юрмалы приехали домой, переоделись и узнали, что здесь недалеко от нас еще одно мероприятие и тоже на море. И вот приехали в Эцике. Я уже слышу музыка. Надеюсь, что успеем на закат. Здесь так красиво. Звучит орган. Вот сюда многие приезжают сегодня встречать закат вместе с музыкой. Надеюсь, я успела на закат. Ну-ка, ну-ка. Точно. Смотрите, сколько народу. Сколько народу.
что я не вижу, чтобы кто-то купался. Хотя 20 градусов тепла, а вода 15 градусов. Но дочка сказала, что будет купаться. Взяла с собой купальник. Так, цепляет лодку и будут, наверное, увозить спасательную. Так, ну что, поехала? А, это полиция? Полиция. Дашенька искупалась, да, вместе с мамой, пока я гуляла, там закат встречала. А вы купались, одевайся, тепло. Ну как водичка? Нормально. Да? Да. Ну молодцы. Мама пошла переодеваться, надо же. Я не рискнула. Вот еще один смелый человек. Я не рискнула. Для меня холодно, конечно. Концерт закончился. Все идут сюда. К главному входу. И мы тоже выходим уже. Уже пора домой. Начинает темнеть. Сегодня очень хорошо провели время. День великолепно провели. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be.